Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре мы с вами рассмотрим купюру достоинством 1 рубль 1898 года. Государственный кредитный билет 1 рубль 1898 года – это бумажный денежный знак Российской империи, который появился в результате денежной реформы 1895-1897 годов. Согласно высочайшему указу от 14 ноября 1897 года, на лицевой стороне билета помещена следующая надпись. «Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы. 1 рубль равен 1/15 империала и содержит 17,424 долей чистого золота». Напечатан он на белой бумаге с водяными знаками, печатался с лицевой и обратной стороны в две краски типографским способом. Кредитные билеты 1 рубль 1898 года и 1 рубль 1890 года с упрощенной нумерацией находились в обращении до 1 октября 1922 года, когда согласно декрету Совета народных комиссаров от 8 октября 1922 года постановление однородности денежного обращения теряли платежную силу. Обмен их производился из расчета 10 тысяч рублей за 1 рубль денежными знаками образца 1922 года. Вообще, эти купюры могут быть с разными подписями управляющих. Первым управляющим был Плеске с 1898 года. С 1903 года управляющим был Тимошов. С 1910 года управляющий Коншин. А с 1912 года уже управляющий Шипов. Соответственно, по подписи на купюре управляющего можно определить, какого года выпуска данная купюра. Давайте посмотрим, что расположено, какое изображение на оборотной стороне данной купюры. Вот так выглядит оборотная сторона купюры. На оборотной стороне помещены три параграфа из этого указа о правилах их обращения. Первое. Размен государственных кредитов билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием государства. Второе. Государственные кредитные билеты имеют хождение по всей империи наравне с золотой монетой. И третье. За подделку кредитных билетов виновные подвергаются лишению всех прав, состояния и ссылки в каторжную работу. Давайте посмотрим, как выглядит купюра, если ее просветить. Посмотрим водяные знаки на купюре. Ну, мы видим вот водяные знаки, рельеф водяных знаков, однородный рельеф по всей купюре. Вот так выглядит купюра 1898 года достоинством 1 рубль. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!